Давай тогда я сам и зайду, все равно танков как говна. Кто? Это Крикс говорит. А у тебя что с Рэшамы? Ну я ж кидал Накс, у меня 203, но зато сокет и чарки есть уже. А кто танчить будет? У нас есть Васо, у нас есть Страйкер, у нас есть Бази. Ну, Бази вроде... Ладно, давай ты тогда заходи. А, окей. Настя, он есть, зовите, пускай заходит. Кстати, за хуёвая идея, у нас чисто твинка рейд. Ну давай. Я на мэне. Да. Еще бы токены падали, блять, на друида, было бы заебись. Mm-hmm. Меня слышно? Угу. Да. Вот, что я тебе нужен? Да хуй знает. Ну думай, я в Дисе, если надо будет, я зайду. Вот только убирать кого-то, я не знаю, там... Или Лока, если не брать, тебя брать. Ну, если ребятам надо одеваться, чтобы мы уже наконец-то потом в 25-ку ходить, то их приоритетнее, по сути. А я на подхвате, если надо, помогу. Да тут, блядь, не ребята идут, тут твинки идут. И те, кого, ну, я в рейде, кого я в рейде ни разу не видел, блядь. Ну, короче, как скажешь, я тут в 10 тебя слышу. Я вообще не уверен в этом рейде, блядь. КД ловят, блядь. Эршам какой-то, нахуй. Ты прям что-то какой-то пессимистичный стал. Но я тебя не узнаю. Где там этот? Сейчас я... Короче, блин, я стою уже, 10 минут рыбу ловлю, короче, не могу понять, почему она не падает. Думал, сейчас с ума сойду. Мне на рогу, да? Mm-hmm. А что случилось? Кто-то другой будет хилить? Мы нашли другого шамана. Клип у клипса шаман. Но десятку Накс он хорошо хилил. Да, разница между Наксом и Ульдой вообще маленькая же. Ну да, там 10 и там. Короче, Тимыч, заходи, а то я заебусь нахуй ждать. А остальные летите сюда, в Ульду. Все быстрее своим ходом. Так. Тимыч, это хорошо. Тимыч, это 5% крита. Сейчас зайду. Это Слава. Я же до 10 буду. Потом еще, потом на работу. Чего, да, мне кажется, мы не очень много пройдем. Нет, сейчас можем. Ну там Лок сейчас спасибо, который он хочет идти с нами, типа, если что. Похоже, мне... Я не знаю этого Тусиба, блять, его еще в Наксе одевать надо. Окей, но я ему ничего не отписал. А кто нам остался, Войд? Никто. В 9 идем или кого-то ждем?
9 идем. В 8 часов, по идее, Чербубер будет. 210, по-моему. Сейчас грузится нос. ДЦ хороший. С подышкой есть. Блин, я физически не успею за минуту долететь. Жесть. Вот я о том же говорила, что у меня полетка 150. Ну, мне не 150, но мне еще с Олана до Даларана долететь. Я еще заранее вылетела. Но что-то не долетаю. Я засекала, где-то минуты 4 у меня уходит долететь. Ой. Куда Васа вышел? Я этот, киньте порт, пожалуйста. Я вливал спать, чтобы Мах открыл портал. Спасибо. Так, ну я уже в той же локации, что и Ульдар. Да. Зларана 2 метра вылетела уже в грозовой гряде, да? Я хуй знает, вот чем вы занимаетесь вообще, вот вы в рейд хотите или не хотите. Вот я пришел, я уже в инсте с Мёбиусом стою. Где вы, я хуй знает. Вот как так? А меня только примели, я химию купил, да сразу же, да? Кстати, да, я тоже прошла за химией. Остальные вообще, вон, взять ту себе того лока, он вообще, РТ-19, ну, я вообще думал не заходить, потому что тут не с кого собирать, блядь. Мы сейчас собрали рейд из говна и палок, блядь. Ему вообще похуй. РТ-19, он ВС, нахуй, спокойно, блядь. Блядь, продолжай в том же духе. Типа, если все так будут делать, то будет заебись. Наоборот, только. Чё в Даларане нет телепорта в Ульдуар? А это что за Мёбиус? Я знаю ленту Мёбиуса, которая только одну сторону имеет. Он знал, кстати, работает. Это мой товарищ. Классики. Мёбиус еще есть в анимешке в одной. Ага, Мёбиус. Боже мой. Да простит меня. Человек, который математикой занимался, сегодня мы простите. Хвост фей. Один из боссов. О, кстати, говоря о Мёбиусе, это... Бердебой, так а тебе сняли бан с того аккаунта? Я смотрю, ты сидишь уже под другим ником. Напиши в рейд-чат. Настя, смотрите, вот там чувак Мёбиус, у него он раньше заходил к нам под другим ником в Дискорде. Он в бане там висит. Снимите с бана, мордобой там такой. Не знаю. С русскими буквами. А то он, у него там два аккаунта, и он вторым не может зайти. Точнее, первым. Пошли в машину, садимся, поехали.
камня подойди, Вась. Какой сум? Сев грозовой, залетайте в льду и на машины. Никого не сум, все летят. Ба, ты кучеряво летаешь. Пять тысяч золота. Братобой, братан, слышишь, смотри, там он Роланда на мотоцикле гоняет. Вылези с этой осадной, сядь на мотоцикл, нам просто с ней проще общаться, когда надо колчеданы подкидывать. Нам будет сбивать, ты нам лучше подвози их. Васа, иди сюда в осадку. Назад. Куда ты поскакал, Васа? Прием. Зачем ты поскакал туда? Я думал, там уже катаются, я понял. Ну да, ты мотак бери. На мотоке никогда не ездил. Ваня, давай, бери две штуки. Сначала одну, потом другую. Единичку по КД спам вас. Еще подними. Видишь, ты когда снова получаешь ее, ты еще 25 раги получаешь. Васа, прием. Да, я слышу, я нажимаю единичку. Единичку нажми. Ну или двойку. Где там рывок вот этот паровой? Троечка сейчас сделаем. Троечка, точно. О, видишь, как охуенно. Я на мотоках гасал в основном, типа, и бочки подвозил. Сенсей Анастасия. Неплохо. Плюс ноль делаем. Угу. Да, уже запустили же обычку. А. Мы плюс три убивали. На твинках. В принципе, несложно. А смысл плюс 3? Там сфера падает. Вот тот же. Сфера? Сфера и рецепт. Да. Ну, не знаю, короче. В принципе, там ничего сложного, просто главное колчедан не слакать. Ну и улетать от вейд-зон всяких. Народ, заезжайте, наверное, сразу туда, сразу босса запулим, и все. На починку заезжайте еще, разрушите. Четверку прожми, громобой. Васа, тоже на починку заедь, фул хп, рез неси. Потом, если что, еще рез. Написал, что он будет еще позже, не успевает на 8, если для него слот держали. А ну, начинайте расстреливать сверху. Где тачки эти грёбаные? Подбирай еще один колчедан. Еще раз вот эту вот рядышком подбери. А он пропал. Все за линией. Вот этот собери. О.
Теперь сверху. Ай, сверху. Да, они с тебя сыпят, уже ты что-то такая жадная. А? Чё, вот бьём. Скорость сразу нажимай и уезжай. Меня кинули. Никто не выехал, а я выехал. Нахуя. Подбей сверху и подбери колчедан. Сзади подбери колчедан. За быстрее, стаки. Я еще подъеду, да. Е-е-е, я живой остался. Хорошо быть друидом. Мне в какой спектр, танк или ДД? Скорее всего, ДД. А кто спрашивает? Васо. ДД. А кто второй танк будет? Я? Да. А, понял. Я боялся этого ответа. Ну, ручка кому нужна? На раз был. Ретрики или базе нужна двуручка? У меня такая же. Кстати, если там не хочу двуручка, которая была, то от меня даже полк ДД будет весь сейчас на будущее. Кто это? Страйкер, который. Ну сейчас же танк не нужен, правильно, второй? Пока нужен. Пошли на остроклево. Спускайтесь вниз. Кто держит? У нас чайнеры есть здесь, которые 2% угрозу бафают. Ну, зачарят. Угу. Где Роланда? Это да, нет? Ну, я Роланда за едой. А на что? Ну, ставьте шкаф. Мне нужно на перчатки баф, этот, чарка, которая 2% угрозы. Там извечек 8 надо, а мне нет. Ну, в ГБ поставьте ГБ. А у кого-то есть вообще возможность? Ни у кого нет? У уже? Меня. А у Задруля есть? Я же самый сильный зачарователь нашей гильдии. Очаровашка. Извечка. У меня доступа даже нет к этому. К той ячейке, там, где извечки лежат. Я о том же говорила. Ну, в Войде, наверное, есть, Славик. Войд не в гильдии. Рыбу поставили кушать. Это фиаско. Могу мастерство тебе зачарить на 15? Не, не надо. У меня есть просто не сетовые. Как дела? Запустил. Базе, а ты бафы даешь? А, вижу.
силу атаки. Ахас, ты не дышишь? Нет, а как? Запускать уже можно. Быстрее, она скоро снова взлетит. Сейчас, Геру? Нет. Дарланде было в ШП. Не достаю слишком далеко. Из лужи выводить-то. Блять, я ни хрена не понял. У меня, короче, ну просто взял, сам заблокировался. Быстрее, она скоро снова взлетит. Кто знает, тут если под лицо трэш подвести, то он убьет его? Нет. Где мой крит? Вылетел перезагружать. Да, Тимыч, я взял там локо уже. Так что... Если хочешь, могу стрим подрубить. Понятно. Ближе сюда к кругу трэш идите. Сейчас засадим босс. Спускается.
А это вот 25-ки, в смысле Накса, что теперь не будет? Не знаю, блять, если онлайна не будет. С 10 человек как 25-ку собрать. Печалька. Фул ДПС по боссу. Господи, выведет его служи. Может, он просто не знает, что его нужно вести. А я веду. Знаю, я там-то прожал, но почему-то он опять все равно на паладина пошел. Может, у тебя власти не было? Да, здрасте. Я же не совсем еще. Может, паладин не стопнул? Да, я вообще станет стрелять почему-то. Вот. Добивайте. Не роняйте никого больше. Вас, Амиго, добивайте, Макшаман, хуярьте. Блять, ГЦ на. Что у вас не так? Я по мане подсел под конец. Кто? Громобой Шаман. Ты можешь сказать, когда маны нету, у тебя есть три приста. Называешь ник приста, говоришь, читай гимн на ману. И он читает, ты ставишь тотем. Фулл ману. Раванда, да, у меня на кнопку некуда микрофон поставить, я поэтому выключаю, иначе будет треск слышен. Мне в ШП, да? Да, конечно. Зачем тут прихила? Сделай себе макрос. Чтобы в рейд писала.
Нулю вон на нампаде, типа на ноль, как я поставь себе просто активацию типа микрофона. Ну, в плане включения-выключения звука в Дискорде именно. А, блин, слона ни у кого нет, у меня, походу, вода закончилась. Что закончилось? Вода, вода. Ну, рыба он стоит. Можно запустить кому-то сэздом. Добрый день. До встречи. Божечки, да выводите вы служи их. Ну что вы делаете, народ? Кем он там бегает, блядь? Давайте, шаман с ДЦ-шкой потейте. Thank you.
Бля, а тех мобов кто бить? Разводите, зачем их сводить надо наоборот? Геру давай. Давай. Да. Какого хуя? У меня просто вопрос, блядь. Какого хуя? Я отворачивай! Вы что, совсем? То таунт какой-то, то еще какая-то залупа. Я таунт не жму. Вы меняетесь на боссе вообще? Или ну, что вы делаете? Два стака вы видите на себе замедление ходьбы или нет? Ну, вроде при трех стаках всегда менялся, типа, я просто сразу раньше стал. Там раскол доспеха называется херня. Ну, в чате вам, когда с меня таунтит, типа, пишется, я привык, когда и таунтит. Единственный танк, вы хилить будете его? Давай за другу хиль. Ну, у меня первое дыхание прям шоком ставит. Уходишь от меня. Да я в ахуе просто с вас, блядь. Бабах! Вы, ну я хуй знает, вы на твинках не умеете играть или вы вообще не умеете играть? Что это за залупа? Бля, вот мне аж интересно, включай стримак. Это залупа какая-то, вы можете сделать, что должен сделать ваш класс? Или вы тут никто не были, блять, вам разжевать надо все это. Кто тут не был? В центре стоят РДД с хилами и со всей прочей хуетой. По кругу водится ебучий босс. Какого хуя босс два раза дышит в рейд? У вас что, блять, в голове, блять? Я не понимаю, вы нахуя сюда пришли, блять? Нахуя мы тут сидим, вайпаемся на боссе, блять, который пуги проносят 190-е, блять? Подумайте маленько, блядь. И начните играть, блядь. Как дракон, блядь, у него, значит, перед лицом не надо стоять. Или что, блядь, я не понимаю, ребята, блядь. Два танка, хилы. С дыханием, блядь, один раз пол хп у рейда нету. Второй раз два хила умирают, нахуй, от дыхания. Какого хуя босс дышит в рейд? Что происходит, блядь? Вы мне можете объяснить, почему так было, блядь? Что это, блядь, залупа какая-то?
Это что, блядь, прикол? Вы себе в голове, блядь, отложите немножко. Вот нахуя вы пришли в рейд и что нужно здесь делать? Вы каждый знаете, что здесь делать? Или кто-то хуй знает, что делать? Паладин, если ты хуйню творишь, какую он хуйню творит? Два стака ебучих и забирает второй танк. Ты отходишь, стопаешь ебучие нажимания на кнопки, ничего не жмешь, отходишь в бок. Второй танк набирает два стака, подходишь на его место, забираешь. Какого хуя залупа происходит? Паладин, блядь. Я сюда просто на трех стаках менялся, да и все. На двух меняйтесь. Дыхание в рейд, чтобы не было больше. Иначе, блядь, пойдете этот РЛК фармить. Если вы пришли в рейд, делайте, блядь, что нужно. Если с тебя забрал, нахуй ты жмешь кнопки, нахуй ты обратно забираешь. Чё вы дрочите-то, блядь? Сука. Васа, Страйкер, вы тут? Да. Кто из вас каску дает? Я каску даю. Так дай по пристану. На одном только не было. Если кто-то сдох, кого-то резнули или встал камнем, значит дать пристабаф, каску и лапу, блять, сразу эти три бафа. И крик на хп обновить, но варов у нас нет. Страйкер тут? Да. Нажимай да. Что тебе угодно.